Один из финтех-лидеров Британии привлек крупные инвестиции. Google Ventures инвестировал 25 миллионов долларов в лондонскую компанию Currency Cloud, мирового лидера в области международных платежей. Спрос на услуги компании за последний год вырос на 150%, что заинтересовало Google Ventures, которая ранее никогда не вкладывал средства в европейский финтех. Также инвесторами Currency Cloud являются венчурные компании Notion Capital и Sapphire Ventures вместе с Rakuten Fintech Fund и инвестиционным фондом Ansimis.